С болгаркой против наркотиков. В субботу на Большой Арнаутской неизвестные штурмовали точку по продаже курительных смесей. Им удалось задержать несколько человек, по их мнению, причастных к торговле зельем. С помощью строительной турбинки они попытались проникнуть вовнутрь. Прибывшие на место происшествия сотрудники милиции продолжили дело активистов. Полтора часа ушло у правоохранителей, чтобы справиться с бронированной дверью. К тому времени, как милиция вошла в помещение, продавцу удалось сжечь весь товар. Характерный запах и дым стоял во всем помещении. Скурил все то, что было внутри. Его унесли, видели? Он просто вот в умате, он все начал сжигать, и вот его просто под руки вывели. Но у нас есть запись. Контрольные закупки. Начинали мы. Нам закончили пилить сотрудники. Сотрудники милиции нам помогают. Слушайте, вы собираетесь дальше продолжать подобные действия? Да. Конечно, как без этого? Думаете, закроют эту точку? Эту точку? Ну, думали, надолго. Ну, это может и закроется. Это закроют. Да, может и закроется, но откроется, да, где-то рядом. Она откроется буквально через метров 100. Как мы вернемся. И мы вернемся обязательно.